А, здравствуй. Привет. Ага. Ясно. Пока. Привет. Привет. Пока. Первый фрик. Я была на работе. Секундочку. Брайан, это ты? Да, это Брайан. Наша рация еще при тебе. Хорошо. Я постараюсь помочь тебе выяснить насчет той женщины. Сара Уитакер. Я посадил ее на твой вертолет. Да, да, я знаю. Ладно, но сначала ты должен для меня кое-что сделать. Чего? Я тебе что-то должен? На твоей рации есть цифровой дисплей. Я отправлю тебе зашифрованное сообщение. Координаты. Встретимся там. О, Брайан, ты чего там мутишь? Просто жди на месте. Меня будут сопровождать бойцы, как и раньше. Смотри, чтобы тебя не увидели. Конец связи. Кэм Шарман, я уже рядом. А, точно. Я ведь... Не все гнезда в этом месте, мужик. Я потом вернусь сюда и сожгу то, что тут осталось. Да, за ним, за ним! Вот он. Домик администрации. Надо как-то попасть внутрь. Где оно? Твою мать! Ведь рядом где-то.
Еще одно гнездо. Сожжем и его. Можно что-нибудь смастерить. Еще один трофей.
я чую гнездо. Оно где-то здесь. Еще одно. Ну, ща подпалим. Гнездо где-то рядом. Я уже чую вонь. Тут еще одно гнездо. Сейчас мы его. Еще трофеи. Thank you.
Всегда нужно. Готово. Теперь фриков тут поубавится. Что тут у нас? Здесь внизу. Мало что осталось. Все вынесли подчистую. Вот этот нож. Теперь надо отвезти его к Эдди.
Эдди, я достал тебе этот нож. Спасибо, Дикон. Ты не представляешь, как он нам нужен. Нет проблем. Я рад помочь. Алло, ворота кто откроет? Это намаз. Нам проблемы не нужны. Первый фрик. Я была, как выяснилось, последний день. Стояла за прилавком в маленькой кофейне Ферма. Привет. О, вот тот нож, который тебе нужен. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Как оно? Здорово. Ну ладно. А, ладно, пока. О, привет. Здорово. Ага, ладно. Ладно. У меня тут всякое есть. Пока. Погоди, я сейчас.
погоди, я сейчас. Кто-то есть. Эй, впустите меня! Открывай! Это тот намаз, пусти его.
Ну, я пришел. Ой, господи. Не смей меня больше так пугать. Что ты узнал про Сару? Ту женщину, о которой я говорил. Ничего. Ничего? Стой. Мне нужно время, понимаешь? Я же головой рискую, если об этом узнают в штабе. Вон те парни с пушками, от них пощады не жди. Да ты же со всеми ними заодно, Брайан. Это только кажется. Сейчас некогда объяснять, но мне нужна твоя помощь. Моя помощь? Вот, держи, это регистратор волн и GPS-маячки. Тебе просто нужно... У нас нет времени, слушай. Как тебя зовут? Дикон Сен-Джон. Вот что, Дикон Сен-Джон. Если хочешь, чтобы я рисковал жизнью и помогал тебе искать эту твою Сару, тогда ты должен для меня кое-что сделать. Погнали! Так, держи рацию под рукой. Я очень скоро выйду на связь. Даже имени моего не знаешь. Ну ничего, скоро запомнишь. И можешь не беспокоиться. Рация всегда при мне. Скотина. О, господи, сколько мне еще ждать? Ты на связи, Дикон? Да, я тут. Объясни мне, в чем дело. Что тебе нужно? Я поставил блокиратор. Канал защищен. Что тебе нужно? Я скинул тебе координаты нескольких точек. Тебе нужно сгонять туда и... А? Зачем? Да послушай ты. Нера отправили в поле несколько оперативных групп. Я хочу выяснить, что они делают. А сам? Ты не можешь их спросить? Не могу. Слушай, это долгая история. У меня мало времени. Скажем так, люди выше меня по должности, намного выше, делают много вылазок в поле отдельно друг от друга. Никто не знает, чем занимаются другие. Наступил конец света, и только у вас, уродов, все по-прежнему. Где это? Я скинул тебе координаты. О, господи, о, Брайан. Ладно, хорошо, посмотрим. Постарайся пройти все точки. Там действующие посадочные площадки, точки сброса. Да, да, я понял. Но с тебя за это причитается, слышишь? Да, да, я тоже понял. Еще поговорим. Постой. О'Брайен! Да, я здесь! Что тебе? К тебе приближается один из наших вертолетов. Проследи за ним. Это еще зачем? Давай, упусти его. Ну, ладно, попробую. Что происходит, а? Почему я тут гоняюсь по Одищу за вертолетами? Пункт назначения засекречен. Я не могу сказать тебе координаты. У меня нет доступа к их файлам. Надо проследить за ними. У вас разве нет спутников шпионов или типа того? В моем распоряжении нет. Говорю же, у меня... Нет доступа, да, я понял. Он замедляется. О'Брайен, они садятся! Хорошо. Теперь у меня есть их координаты. Дальше иди пешком. Пешком? Главное, не попадись им на глаза. Брайан, я на месте. Что нужно сделать? В каждом из таких отрядов есть ученый, типа меня, которого охраняют бойцы. Подберись к этому специалисту. Спектральный регистратор настроен на наш канал передачи данных. Он запишет все, что они делают. Значит, я должен пробраться на посадочную площадку мимо тяжело вооруженных бойцов в кевларе, чтобы ты подсмотрел за каким-то ботаником? Ботаником? Серьезно? У меня научная степень, козел. Ага. Куючная степень, Эйнштейн. Мальчики, которые я тебе дал, при тебе вечно. Ну, я хотел их продать, но, понимаешь, у обычных людей нет доступа к спутникам. Прикрепи один к вертолету. Почти все такие отряды делают остановки, которых нет в маршруте. Надо узнать, куда.
О'Брайен. Можешь не спрашивать. Я уже выясняю, что у нас есть в архивах по распределению эвакуированных. Конец связи. Это здесь. Ну и что вы тут забыли? Масса на 40% превышает таковую у обычных зараженных. Эти альбиносы, как вы их назвали, правда существуют. Это всего третий образец, который нам удалось изучить. Как я уже отмечал, из-за их устойчивости к урону к ним чрезвычайно опасно приближаться. В других отчетах мы сообщали, что в этом регионе замечено более 1000 особей. Какова бы ни была причина мутации, она распространяется быстро. Брайан, ты охренел? Что не так? Я тебе скажу, что не так. Твои ребята выдирали кишки из еще живого фрика. Они не мои ребята. И тебе-то что? Ты разве не этот, как вы там себя называете, намат? Ты убиваешь зараженных ради денег? Или что у вас там вместо них? Да, я убиваю фриков, но я не препарирую их живьем и не слушаю, как они визжат. Ты добыл мои данные? Да, я их добыл. Ладно, начинаю загрузку. Еще поговорим. Конец связи. О'Брайен! О'Брайен! Черт, ну вот опять. О'Брайен, ответь мне! А черт, не вздумай только пропасть. Лагерь чепенцев. Вот козлы. Думаете, можно напасть на меня, и вам ничего не будет? Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. С тяжелым сердцем сообщаю вам. В моем лагере 6 погибших и 2 раненых за эту неделю. И виноваты не фрики. Нет. Виноваты черные вертолеты. Вы видите? Все, что я предсказывал, сбывается. Несколько вертолетов приземлились и уничтожили целую группу людей, хотя те кричали и умоляли о пощаде. Хладнокровно уничтожили граждан нашей страны. Мои люди стреляли в ответ. Нужно сжечь оставшиеся гнезда. И это не так, последний вроде раз. Это здесь. Лиза, они выслеживают нас. Держись, я иду. Тех, кто посмел выжить. Она должна быть где-то здесь. Планы. Они убивают нас, как скот. Чтобы, наконец, иметь возможность вылезти из своих крысиных нор. Будьте бдительны. Ждите удовольствия. С вами Марк Уплан. Это радио «Свободный Орегон». Будьте уже. Куда же вы делались? Не переживайте. Я вернусь, но не будьте двигаться.
ладно. Где же ты? Ну, и как мне туда попасть? Лиза, ты где? Черт, ты ведь должна быть где-то здесь. Не выйдет. Сюда. Точно. Может, здесь? На что-то сгодится. Это Лиза написала? Я решил забыть. Звучит вполне неплохо. Не так уж трудно. Чую по запаху гнездо где-то рядом.
Эй, я пришел проведать этого жирного лентяя. Ну чё, Бухарик, не надоело тебе валяться там, Бухари? Дикон, тебе сюда нельзя. Тихо, что происходит? Всё, Дикон. Он поправляется. Ему нужен отдых. Чё ты мне втираешь? Я тебя спросил, он поправляется? Нет, Дикон. Но антибиотики... Этого мало. Слишком мало. Я не понял, ты сказала, что... Я сказала, что я попытаюсь. Теперь остается только ждать. Значит, ждать. Ждать. Дикон. Нет, это... Знаешь, Дикон. Что? Я Дикон. Могу кое-что Дикон. Сделать. Дикон, я могу... стой! Что? Ты хочешь что-нибудь разбить, я по глазам вижу, но знаешь что? Валяй, разбивай, но только за дверью. Эдди, я все. Могу... Иди. Ты уже сделал все, что ты мог. Пожалуйста, иди домой. Иди домой, Дикон. Дик, Дик. А что, жить будет? Да, он поправится. Просто надо пару дней подождать. Пойдем-ка со мной, я тебе кое-что покажу. У меня дела. Я своей шеей рискую. Серьезно, ты должен это увидеть. Короче, слушай. Пару месяцев назад в лагерь приходил один номад. Рассказывал всякое. Якобы он работал в аэропорту. Он был там, в Фервале, когда пошел весь замес. Как-то ночью они ждали самолет из Портленда. Но он так и не прилетел. И он вез груз для Красного Креста. Красный Крест? Да, понимаешь? Медикаменты, оборудование, целый трюм этого всего. Может, и от заражения крови всякую херню. Антибиотики. Да-да-да, я про них. Короче, такое. Куда? Эй, не ори только. Заходи, поговорим. Нет. Ну, короче, этот номад был в диспетчерской, когда самолет просто исчез с радаров. Пуф, только был, и след простыл. Примерно здесь. С юга горы Вашингтон. Это с его слов. Упал целёхонький. Типа, ну, управляемое падение. Парни наши сидели и слушали, как умирает пилот с перебитым хребтом. Ясно. И вы никого не посылали на поиски? Неа. Почему? Потому что старик против. Железный Майк? А, понял. Упокоитель. Да ты на лету сейчас. Все, к западу от Айрон Ридж... Теперь принадлежит Карлосу и его банде веселых лысых копников. И если они тебя там поймают... Короче, иди на север, брат. Потому что иначе договор Майка с упокоителями... Да понял, вот я понял. Но вот вопрос, зачем ты мне это рассказал? Так, во-первых, я ни хрена тебе не рассказывал. Усек, брат? Во-вторых, ты же намат. Я же не могу бегать за тобой, как шестерка, и жопу тебе подтирать. Ясно. Я человек занятой. Я понял. Ты просто у нас такой славный малый, да, Шиза? Я просто пытаюсь выжить, как и все вокруг. Знаешь, надо жить по совести. Это все, что нам осталось. Улавливаешь? Да, я улавливаю. Держи рацию под рукой. Свяжемся. Да, Шиза, на тебя всегда можно положиться. Ну что еще? Что угодно, лишь бы не торчать в этой дыре. Несколько недель назад мы ехали на запад по Old Belknap Road и наткнулись на кучку сдуревших ублюдков, почти голых. Все в шрамах, будто сами себя резали.
Джо сказал это упокоить. Привет. Привет. Ну ладно. Пока. Эй, слушай. Вчера я видел Бухаря. Он твой друг, да? То, что с ним случилось, просто... Пока. Это поправимо. Ну-ка. Порядок. Сделаю небольшой обход.